Всем привет! Мы роем пещеру. Я вытаскиваю сейчас глыбы, которые там есть, и кидаю. И у нас получится большая нора. Вот мне сейчас будет папа помогать. А для чего тебе эта пещера? Чтобы укрываться от холода. Потому что если на улице минус 10, то в пещере около 0. Да? Да. Надо градусник повесить. Ну да. Туда. Залазь. Это клёво. Офигеть. Здесь так просторно, но не так просторно, как в доме. Ты, короче, одну комнату сделал уже себе, да? Да. Я думаю, еще ее расширить можно. Что там роешь? Да. Рою еще одну нору. Будет две норы. Это для друга твоего? Да, это для друга. Одна моя, рой. Другая его. Рой. Только сейчас выкину вот это все сюда. И начнем. Короче, надевать перчатки и можем выкидывать это все. Смотрите, в нашей пещере уже поселился кот. Я убежал.